Что, придется их всех покромсать? Того. Трахнем обоих. Чё, сами дуры выйти не могли, я не понял. Watch your back, бро. Magic. It's a magic, что мы тут учим. Параша какая-то, ладно, а вдруг я защищусь, а вдруг вот так возьму и вот так нажму, а вдруг, не то. Бля, как она там называется? Вот так вдруг. Вот вдруг. Нихера оно не работает. Тупые пиздюки. Чего вас так до хера? Вон туда идите. Нервничают, блядь. Сука, что за закрытое пространство, блядь? Ближний бой, блядь. Того ваш папка пришел. Что за, блять, что происходит? Бля, чем бы вас кинуть, а? Скажем так, идите в жопу. Ха-ха-ха. Убли. Закрыто. Зря ты сюда, сука, пришел. А чё там этот бугай застрял? Можешь пройти, не? Чё, на тебя это действует, не? Всегда хотелось узнать. Это и все? Это и все, что ты можешь? Да твою мать. Хорай меня подтягивать, задрал. Пиздец. Бля, ну чем их гандошить, а? Чем-то эффективным.
Говно это защита. Че, и все, никаких тут нычек. Блять, все патроны позаканчивались. Че, реально, блять? Арбалет остался. Арбалет, в принципе, неплохой, но. Такс. Большинство, так, огнемет Ониби. Большинство военных ведомств признали его неэтичным оружием для современной войны. Но огнемет нашел свою нишу на корпоративном рынке как удобный инструмент для ведения переговоров, названный в честь легендарного огненного духа Ониби. Изрыгает огонь, как дракон, страдающий от дикого похмелья. У него есть гранатомет. Этот пневматический гранатомет преобразует огнемет в мощное многоцелевое оружие. Стрелять, блять, отлично. 4 штуки, да вы тё. Напалм. Замена простого бензина на напалм превращает огнемет в ужасающее оружие, увеличивает урон и шанс вызвать панику. И всё бы... Отлично, но это же надо в таких тесных коридорах, типа вот здесь им пользоваться. Использовать клапан. Там он спецназ. Спецназ, пошли спецназ жарить. Та-та-та-ра-т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 а. Where are you? Where are you now? Где ты? Кто там стреляет-то? Блять, я не знаю, какого хера вы так взрываетесь. Какого хера вы так взрываетесь, мне неведомо. Так, там клапан, сюда я пошел. Так, смотрим, что тут, кто тут. Что тут, кто тут, где тут. Конфуций говорил, что легко ненавидеть, трудно любить. Фрэнки говорит, расслабься. Чуть раньше у них шутки были повеселее. Конфуций... Какое-то странное место. Здесь что, шахта лифта или что это такое? Не пойму. Не понимат. Так, где ваш клапан-то? Капец, надо чуть ли не в упор подойти, чтобы это жарить. Че, тут ни нычек у этих спецназовцев ничего не было? Фигня. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Во-во-во, ничего себе, они умеют такие кувырки делать. А, мать вашу. Ух ты, блядь, это было неожиданно. Ничего себе, блин, я даже не успел вправо-вправо нажать, чтобы это...
типа regeneration включить. Ну, тут их надо было мочить чем-то типа арбалета, но мне ж хочется испытать огнемет. Типа огнемет, да, годнота, вещь. Вся фигня. Ну, как мы понимаем, огнемет говно. И лучше всего это арбалет. Да, братюни. Все так взрывается? Хаотично, блядь. О, ничего себе, тут взрывы аж сюда идут. Ого, я горю или что за херня? Какого хрена? Сердечко. Сердечко. Так, карма это здесь или карма это не здесь? Карма это здесь. Так, ну чё, божественную эту мы всю выучили, да? Я теперь супер бегун, супер восстановлен. Разум весь выучили, восстановлен. О, так, санитары леса, похищение души выучено, да? Похищение души длится. Что за похищение? Мастера могут своих ки-врагов, даже находясь на крыше смерти, вот это наносить 50 больше, понятно. Что лечение зависит больше так. Блин, не дайте приемы, ну я ими не пользуюсь, блин. Биться богов, передвижение. Сердцеед. Мелкие предметы не замечены. Вы находите больше патронов. Двойной ром любым. Критический удар. Мега полезную хрень я выучил. Критический удар. И там болото, и там болото, и там болото. А если с той стороны пойду, там тоже просто тупик. Или вдруг здесь есть что-нибудь? Нихера. Наверное, где-то уже выход с уровня или что-то в этом духе. Это взрывается. Чую тёлочек. Тёлочки. Чё-то пиздят, а субтитров нету. This is bad. Так, и последний замес в муляке. Перед тем, как я спасу телочек. А там просто можно утопиться к ебеням, да? Вот я жопой чую, что если я перейду, наш Лувенг не умеет плавать. Деньги 4 штука на. Ух ты, блядь, что это такое? Не ту нажал вообще-то, ну ладно. Давайте мы сделаем еще один этот самый. Еще один гранатомет. Один гранатомет хорошо, а два гранатомета лучше. Ой, бэйбэ. Да, блядь, гранатометик, блядь. Кстати, а что это за... Hello! Вы так себе. В принципе. Не знаю, как на вкус Ловенга. Не говорите, что надо пойти поплавать. Только не это. Только не говорите, что все-таки надо перейти туда и поплавать. Я переживаю, что главный герой просто не умеет этого делать.
Вот реально он сейчас выпрыгнет и пиздец ему. Не зря же здесь ленточка. А, ограничили, прикиньте, я не могу выпасть. Да что за тупняк? Это, блядь, гениально. Отсюда я пришел, так, окей, отсюда я пришел. Там кобылки, там ничего нету, там кобылки. Присесть тоже он идти не может. Ну так кобылки, какую-то сценку скриптовую включите, я не знаю. Выпрыгнуть он не может, да? Ах ты ж, ёпарь, это такие незаметные эти штуки. Сейчас они еще за катану подерутся, блин. Sorry, ladies, I'm just a simple moisture farmer. When Zilla told us you might cause a demonic invasion, we thought he was exaggerating. But really, darling, we're quite impressed. Wait, Zilla knew about the demons? He said that if you had done your job, none of this would have happened. Misayaki had his own army. Excuses are unbecoming, love. The bottom line is, you were sent to get the Nobutsurakage. And like us, you failed. You ladies have a strange definition of failure. He's got it? Curiouser and curiouser. Strange, strange. We should probably go unfail your mission. Okay. We'll take the high ground and help you navigate to the Manticore. External communications are down, but this should work within the perimeter. Test 1-2. Oh, look! You got one thing right. Don't be sarcastic, my sweet. I liked you better when you were dumb and gorgeous. I told you he was trouble. You did, my dear. You did. Тупые, блин. Овцы. Окуеть. Окуеть. Там, блядь, стреляет сейчас, сука. Подойду, блядь. Кармический приз. Все-таки я думал, что мне сюда, но мне не сюда. Неужели идти назад? Это так тупо. Где-то что-то откроется. То я раньше его не видел в воде. Возможно, все-таки не сюда, а и там надо разбираться. Ну, раз уж меня сюда понесло. Не, походу такие... Походу не сюда надо. Так, Лоэн, давай там стамину восстанавливай. Медленно ты ходишь. Блять, потерялся, сука. Shit. Я тоже думаю, щет, вроде бы, блин. Какого хуя, блядь? Что там было? Граната? Что там, блядь? Что там на полу лежало? Кусок той слизи зеленой? Какого хера ты сдох? Ловенг, блин. О-то-то-то-то-то-то. Что, драки хотите? Сука, драки, да? Драки, блядь. Такие-то слизня там была.
Чего? Два выстрела и все? Ну аж 15 сжирает. Тут так даже еще больше звездочек нагреб. На, даже меня убило. Та слизня, а? Кто твою маму? Не будем назад возвращаться там за шмотками. Я фанател еще до того, как это стало круто. Папочка. Папочка. Ух ты, блядь. Огонь, блядь. Перезаряжайся. Ты что, серьезно? Ты меня прости, чувак, но тут, блядь, я застрял. Козявки, сука, спускайтесь. Ненавижу вас. Бессмысленные и беспощадные. Конченые. Наверное, прикольно было, если бы я с огнемета туда попал гранаткой. Блять, какой-то пиздец, я не понимаю. Shooting demons is like shooting people, but without all the pesky moral dilemmas. Да, это ты верно подметил. А че он не перезаряжает, а? Закончились патроны. Вот это таки. Так, секрет какой-нибудь, что-нибудь. Чтобы было видно, что я тут не зря шарился. Да, приду. Думаю, скоро уровень закончится. Так, я уже почти час здесь брожу. Вломилась жена без спроса в комнату и говорит кушать. Да, жопой чую, где-то здесь финальный уровень. Финальное место. Retrieved things from the ocean floor. The sword was on the bottom of the sea. Oh, he is very bright when you give him a chance. Хм, я же говорил. Кристаллы Ки найден один из одного. Ладненько. Как обычно, ребята, где тут вернуться в главное меню? Увидимся в новой серии. Пока!